сегодня 24 августа, международный день пирога с персиком. Когда персики поспевают, их много, вот делают праздник такой. Вот, посмотрим. У нас в Голливуде что-то я не нашла. И приехала в Холландию. Вот, хотя была стихия, все, но вроде бы как бы немножечко хорошо. Посмотрим. Вот International Vitae Peach Pie Day закончился тем, это пирог с персиками, тем, что я купила вот такой вот пай и купила персики. Это будет самый лучший пирог в этом году, этого дня, этого праздника. Вот. А все остальное ерунда. Я поехала, дождь идет, это, но больше ничего не было. Можешь купить пирог, а можешь сам себе сделать. Вот такой день получается. Ну, это начинается сезон персиков.